концерт, в котором участвовали исполнители из знаменитого в Щелкове и за его пределами ансамбля русской песни «Распевы», подарок гостям Центрального дворца культуры, которые собрались здесь в преддверии Международного дня инвалидов. В зале люди, которые, несмотря на возраст и ограничения по здоровью, занимают активную жизненную позицию, стараются оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Поздравить членов Щелковского общества инвалидов с наступающим праздником пришли представители органов власти. От имени главы городского округа Булгакова Андрея Алексеевича, от имени Совета депутатов хочу поздравить всех присутствующих и поблагодарить, что, несмотря на свои ограниченные возможности, вы активно участвуете в жизни города, области и страны в целом. Показываете, что можно быть созидателем и нести добро. Вы всегда стремитесь быть активными и полезными. И чтобы вы никогда не чувствовали себя одинокими, чтобы вас уважали, любили ваши родные, близкие, ваши друзья, ваши соседи. Концертная программа была наполнена выступлениями ансамбля «Распевы». И это не случайно. Песни ансамбля особенно дороги людям старшего поколения. На торжественном мероприятии самым активным членам Щелковского общества инвалидов были вручены грамоты и ценные подарки. Много добрых слов было сказано в адрес руководителей первичных ячеек общества, ведущих деятельность на территории нашего муниципалитета. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.